Телефоны фронтовикам. Такая акция проходит по всей России. Организаторы — партия «Единая Россия». Раздать подарки планировали ко Дню Победы 9 мая. Но из-за непростой эпидемиологической ситуации мероприятие пришлось отложить. В Северной Осетии мобильные телефоны и сертификаты на бесплатную сотовую связь всего получат порядка 130 человек. Один из них — Ислам Мамсуров, ветеран Великой Отечественной войны, ему 100 лет. На войну ушел в 21 год. Его направили на Ереванский аэродром. Победу Ислам Мамсуров встретил уже в Венгрии. Телефон ему сегодня лично вручил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Тимур Табаев. 9 мая, извините, к вам не пришли, решили поберечь вас и ваше здоровье. Сегодня уже более-менее можно, но мы все равно с мерами предосторожности, так что близко подходить не буду. Да? Спасибо. Сами ткач, это небольшие подарки вам. Спасибо. Вот это вот телефон. У нас сейчас акция проходит партийная по всей России. Мы всем ветеранам дарим телефоны с бесплатной, с безлимитной связью. То есть вы можете звонить когда хотите, куда хотите. Мобильный телефон подарили и Варваре Хубаевой. Когда началась война, ей было всего 15 лет. На фронте она стала прославленным снайпером с позывным «Чижик». Варваре Хубаевой 94 года. Она живет в Нагире, уже знает, как воспользоваться подарком от «Единой России». В первую очередь у меня сын в Красноярске. И приятельница тоже в Красноярске. Вот с ними и дочка моего командира Головацкого Георгия Константиновича, героя Советского Союза. А последний раз с их семьей когда вы созванивались? С ней еще не, только ее разыскала. Номер уже есть? Уже есть, ага. Я с удовольствием буду звонить, и это будет для меня как бальзам на душу. Для наших уважаемых ветеранов, которые многие из них, к сожалению, уже находятся в таком возрасте, когда им и передвигаться тяжело, некоторые, к сожалению, уже и прикованы к постели, телефон для них остается как бы единственным средством связи и с родственниками, и с друзьями, и дай бог им многих лет жизни быть может однополчанами.